Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир коробки». И сегодня у нас на распаковке, я прочитаю с коробки, потому что не так просто не получится. Deal Dry Kids Dash School Gamings. Боже мой, я не знаю что, но очень крутая игра, мне она очень понравилась по ее описанию картинкам. Ну что, посмотрим на этот квест. Итак, игра, конечно, не новая, она досталась мне с рук, но издательство «Космос» я не смог пройти мимо. Вот, досталась она мне в неплохом состоянии, есть правила, где мы уже видим, что будет складываться остров. Это обратная сторона, я надеюсь, что кто-нибудь выложит локализацию. Здесь есть три кастомных кубика! Вот, сейчас посмотрим. Такие вот здесь монетки прикольные. И три кубика. Здесь белый, это... Белый, это белый. Сейчас. Дальше, как было сказано, это... Такие вот плашечки. Это кодовые плашечки. Судя по всему, будем загадывать, что, где, когда и почему. И самое интересное в этой игре... И вновь мы призываем коробочку. У всех рубашечка одинаковая, с дверями. Прям Манчкин, да? Но это было до Манчкина. Есть вот такие вот тайлики острова. Их здесь, по-моему, 16 штучек. Вот, но, судя по всему, игра обещает быть очень интересной. Вот мы провели распаковку замечательной настольной игры, название которой я сейчас прочитаю с коробки, потому что я его не запомнил. Dear Die, вопросительные знаки, Kids, Дашку, Чегемис. Хрен его, друзья, извините, не прочитаю я это правильно, но я надеюсь, что вы прочитали. Здесь мы нашли крутые кубики, плашки с кодами. Деньги и остров, который, с обратной стороны которого у нас двери, как в Манчкине. Скорее всего, это квест по открытию острова с помощью каких-то декодеров. Типа, бросил кубики, выложил часть острова, которая попалась согласно какой-нибудь стороне декодера. Что очень прикольно, особенно за 2 доллара. Всем пока. Ой, нет, как вы пока, друзья, подписываемся на нас на ютубчике, ставим большой палец, ставим в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, TCR и BGG, везде мы клуб «Мир коробки» или просто «Мир в коробке», потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробочке. Всем пока!